называете себя художником? Я люблю рисовать и должен это делать. Сколько себя помню, я всегда был только художником. Это ваш дар? Да. Вы уверены? Я не могу заниматься ничем другим, поверьте, я пытался. Я ощущаю себя изгнанником. Вы Винсент? Да. Брат Тео, я Поль Гоген. Мы на пороге перемен, понимаете? Необходимо создать новое направление в живописи. Я всю жизнь провел в одиночестве, отгородившись от мира. Мне бы хотелось найти новую палитру, чтобы написать картины, каких мир еще не видел. Не знаю, что внутри меня, но... я вижу то, что недоступно другим. Вы здесь чужой. Слишком много пьете, часто выходите из себя. Я не хочу успокаиваться, иначе это не будет живописью. Оставьте меня, уходите! Разве вы не видите, что эта картина безобразна? Жители города подписали петицию, они не хотят вашего возвращения. Я здесь не останусь, Винсент. Тебя окружают глупые, злобные, невежественные люди. Именно поэтому вы отрезали себе ухо. Ваше видение мира довольно пугающее, верно? Да. Порой я чувствую, что так далек от всего. Мне кажется, я схожу с ума. Некоторые говорят, что я не в себе, но... искусству необходимо хотя бы капля безумия. Полагаете, Господь даровал вам талант живописца, но обрек на страдания? Я никогда так не думал. Возможно, мои картины предназначены людям, которые еще не родились. Скажи, брат, я хороший художник? Хороший? Нет, Винсент. Ты великий художник. Мне так хотелось поделиться с другими тем, что я вижу. Теперь же мои мысли занимает лишь вечность. Ван Гог. На пороге вечности. Смотрите в кинотеатрах 7 февраля.